Я сначала почитаю что-нибудь. Вообще, у Бориса Юзефовича есть еще один афоризм, который мне очень нравится, что юмор – это сатира, которой сделали обрезание. Да? Вот. Но я надеюсь, что у нас ведь тоже не только юмор на этом концерте, но и какая-то сатира присутствует. Ну, в общем, начну я как раз с такого стихотворения. Называется «Сердюкова в космос». Экс-министр обороны очень ждем на космодроме. Вы ж пока еще свободны и в своем живете доме. Есть у вас альтернатива табуретками заняться, под конвоем и без пива или в космос собираться. Мы забудем все обиды, будет путь далек и долог. На высокую орбиту вас запустим лет на 40. Но кривить не надо рожу, справедливость есть на свете. Ваших баб запустим тоже, правда, на другой ракете.